Водонепроницаемый iPhone спас сразу нескольких людей. Из Японии подоспела свежая история о том, как смартфон iPhone не только продемонстрировал свои водонепроницаемые качества, но и спас сразу нескольких людей, жизни которых оказались под угрозой. Рэйчел Нил, со своим молодым человеком и еще несколькими друзьями взяли на прокат лодку, чтобы посетить остров, который находится недалеко от Окинавы. На обратном пути лодка попала в шторм и перевернулась. twitter.com/todaishow/status/10793003046949-4427-648. Все пассажиры оказались за бортом. Когда пострадавшие попытались вызвать на помощь, то выяснилось, что только смартфон Рэйчел, который побывал в воде, все еще сохранил свою работоспособность. Речь шла о неизвестной модели iPhone, но мы знаем, что защита от воды в смартфонах Apple появилась в модели iPhone 7. Рэйчел удалось дозвониться до службы спасения, и примерно через полтора часа их подобрала служба береговой охраны. Когда помощь прибыла, на тот же смартфон были сделаны несколько снимков, включая фото, на котором спасатели поднимают пострадавших из воды.